Я, знаешь, больше всего времени я пыталась понять, как работает лебедка. Потому что она у меня не... О, нет! О, нет! Маленькая нелетная синичка. Так, ладно, поехали дальше. Так. О, нет! О, нет, тут еще один был. Два снегиря. Они летают. А у нас тут еще есть снегурочка. Давайте, вы можете говорить друг другу пок-пок. На целого одного мужика целых две женщины. Так. Дубонос. Секатор. Вот смотришь на тебя злым взглядом? Да. И щелкает клюв. Он летный! Прекрасно. Ну вот, у нас снова оживился вольер. Угу. Потрясающе. Это очень хорошо. А где перепелка? Не знаю, где-то ходит. Может, она в землю куда-то зарывается, и мы ее просто не можем увидеть никогда. Но она вроде постоянно либо под сеном, либо где-то в кустах травы прячется. Травы-то еще нет, а она прячется. Вот, в сухой траве. Третий вольер. Захожу, и третий вольер подряд. Мне оставили сегодня сюрприз. Все массово сели на диету. О, сломали свои качели вдобавок. Сейчас буду качели чинить. О, вчера еще не болталось. Сегодня все. Видимо, настолько стали толстые, что аж качели под ними гнутся. Ну, какая хорошая сова, летает. Ну, на самом деле, да, они после зимы набирают вес. Потому что зимой у них очень увеличенный паёк дневной из-за морозов. Из-за морозов у них паёк был увеличен в среднем в 1,5-2 раза. А у некоторых птиц и больше. Ну, потому что 30-градусные морозы были, они все съедали. Им нужно было много еды, много энергии. Сейчас становится тепло. Они накопили за зиму приличный слой жира. Восстановила я им качели. Теперь качаются. И в природе на самом деле довольно мало статичных присад. Большинство веток на живых деревьях, они качаются. Они никак не закреплены. Соответственно, это помогает им в том числе привыкнуть к природным присадам. Вашему вниманию, конюки и коршуны. Давненько я не снимала из их вольера ничего. Есть тоже новые присады. Ну, уже довольно старые, недели две. Их уже успели со всех сторон обкакать. Слово, вот эта ветка красивая. Из выпуска про ели сосну, которую мы тащили от Черны. Ну вот этот, который сейчас слетел с ветки, он теоретически выпускной. У него даже оперение сейчас неплохое, но пара маху перьев на крыльях обломаны. Я тоже его увидела, подумала, вот. Как расскажу Вере, как выпустим всех. Посмотрела поближе, повнимательнее и поняла, что перьев не хватает у него нескольких. Вот такой красивый голубь заселяет сегодня голубятню. Я его сейчас закину вовнутрь. Потому что внутри у нас кормушки, чтобы он привыкал, что еда там. Это голубь юный совсем. Пролечен нашим волонтером из Москвы. Да, товарищ? Возвращается к остальным голубям.
что у вас тут интересного происходит? Вы мне уже не бьете? Вы когда-нибудь такое видели? Там белый лебедь и белеющие постепенно аисты. Всего сколько? Дня 3 они гуляют. А они уже не такие желтые. А лебедь — это вообще удивительно. Я к нему, наверное, близко не подойду, он меня не подпустит. Я думаю, вы помните, какой чумазый он был. Хрюкает. Смотрите, какой красавчик. Хрюкает. На самом деле, такое ощущение, будто мы поросенка завели. Что-то периодически ходит по участку и хрюкает. Надо будет убраться. Ну ладно, не буду его гнать. Ну, в общем, факт того, что лебедь стал белым. Я вчера, когда его таким белым увидела, я очень сильно удивилась. Таким белым лебедь не был никогда. Он к нам даже приехал не таким белым. Грушенька гуляет. Мы их сейчас по кольцам различаем. У всех аистов, которые гуляют по участку, есть кольца. Два кольца, ну, по кольцу на одной ноге. Они разноцветные, и по сочетанию этих цветов мы понимаем, что за аист. Я к нему еще еду сегодня приносила. Я буквально только что вышла. Да, оточка. Костровище наше растаяло. Я еще растаяла это. Да. Вся куча грязных переносок, палаток, клеток, мисок, копошилок и так далее. Все, что закопилось за зиму. А за зиму накопилось достаточно много. Ну, все это надо будет мыть. Вы выгнали аистов? Признавайтесь. Это вы выгнали аистов? Вы выгнали аистов? О, бежит, бежит, бежит. Бегут, бегут, бегут. О, побежали. Куда полетел? Смотри, не врежься. Ни во что. Отходите поближе. Привыкайте. Хотите есть? Подходите к человеку. Здесь просто у нас почти все аисты. Это инвалиды. Поэтому привыкать к человеку для них нормально. У нас не инвалид, только груша да фиалка. И все. Груша и фиалка сейчас у озера тусуются. Я им потом отдельно дам.